Следственный комитет России начал проверку в отношении певца Андрея Макаревича после его разговора с пранкерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Создатели группы «Машина времени» проверят на предмет призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Напомним, пранкеры Вован и Lexus позвонили Макаревичу от имени Владимира Зеленского. В ходе разговора музыкант пожелал Украине победы и пообещал выступить на празднике, организованном по этому поводу. Ранее сообщалось, что лидер «Машины времени» может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иностранного агента. Максимальное наказание по ней – до 2 лет лишения свободы.